Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя, мутанты, легенды, ребята. Так, забираем все, что здесь нам достается. Я вижу, Бибоп нам достался, ребята. Еще одна бесплатная колода. Что у нас здесь? Я вижу, сзади карточка какая-то корячится. Ага, это у нас крысиный король. Все, понятно. Так, ну что, сегодня мы с вами, наверное, так, естественно, забираем мутаген. 1358, маловато, но на пару апчиков должно хватить. Чем бы нам сегодня заняться? Я знаю, что по основной сюжетной линии нам пока нечего делать, потому что не пройти, мне нужно раскачивать своих персонажей. И я вот, знаете, что думаю, может быть, сходить потренироваться на лигу сегодня, а? Почему бы и нет? Я думаю, что это будет неплохая, так сказать, разминочка для нас. Заодно посмотрим, какие там у нас колоды против нас будут. Так, что, Зэк? Ну, я не знаю, в принципе, можно ему найти вот этот вот люк недостающий. Давайте-ка найдем. Вау, у нас скоро, кстати, 22 уровень будет. Вот это уже хорошо. Так, подожди, что-то не то. Вот она, ребята, третья ступень. Он у нас любитель давать свертухана, поэтому пускай у него будет этот удар. Так, в принципе, и все, наверное, пока. Тут слишком дофига чего нужно находить. Да, так, Карайка, пока я с тобой не играю. Слушайте, а вот здесь можно попытать счастье. Давайте-ка мы, наверное, попробуем найти недостающие нам детали. Есть! Да, вот он, ребята, 22 уровень. Я вас всех поздравляю, ну и, естественно, себя тоже. И у нас новая колода. Так, нам... Да, там что-то сзади есть. Такое ощущение, что Макман. Да, точно, ребята. Именно он нам и достается. Шикарно. Так, ну нам нужно, по-моему, еще найти. Так, я уже забыл, что мы там с вами ищем-то. На радостях. Так, змейка Вьюн тут выпал нам. Что нам нужно? А, здесь все. Так, нам нужен один вентилятор, ребята. Один вентилятор. Давайте вот здесь попробуем попытать счастье. Шиш, только мутаген нам дали. А ну-ка, еще разок. Да вы ладно, припухли что ли? Дайте мне вентилятор, что вам стоит-то? Ёлки-палки. Ага, вот он, настольный вентилятор. Получили мы с вами. Так, и все, ребята. Давайте улучшать. 500 мутагена, третья ступень. Отлично, это у нас, ребята, там кислотная отрыжка. Так, и он у нас 22 уровень получает. Так, пиццу мы пока трогать не будем. А вот зэка, наверное, стоит, ребята, подкачать маленько. Да. Так, давай-ка тоже Майка сделаем. Так, и давайте Лео на... Нет, Лео, подожди, ребят, Лео не будем. Вот, давайте не... Какое давайте? У нас, оказывается, кончился мутаген. Ха, я тут губюшки раскатил. Так, хорошо, давайте заберем здесь задание. Выполненное. Угу. Так, денег хватает? Хватает. Давайте покупать с вами Эйприл возьмем за 2000. Ну и вот эту вот пиццу. Почему бы и нет. Еще 10, и мы сможем ее прапать. А прапанная пицца, это, наверное, хорошо. Не знаю, ребят, хорошо это или нет. Ну что, турнирная арена. Где мы с вами вообще? На каком месте-то, ё-моё? Я не вижу себя. Знаю, что мы с вами в Лиге Воинов. Так, ага. Кого бы нам выбрать-то? Соблазнительно, да? Ну давайте вот этого, наверное. Как говорится, была не была. А возьмем мы, наверное, Майки, Зэка. И кого бы нам взять, ребят, давайте-ка посмотрим. Ну, самый раскачанный у нас Макмен. Так что давайте, наверное, его и возьмем. В принципе, должны, я думаю, потянуть. Должны с ними справиться. Ну где тут бравый отряд? Вот он нас встречает. Гулька, Карай и Бибоп. Так, ну, для заправочки, ребят, бросаем диск. Оу, конечно, должны одолеть, ребят. Ну, если мы здесь проиграем, это будет, конечно, звездец. Все, бинго, чистая победа. Так, идеально, я бы даже сказал. Ну, и куда мы с вами приподнимаемся? Так, давайте это, наверное, все пропускать. Не будем это смотреть. Так, бонусный мутаген я получил. Ага, мы в самом низу, что ли, были? И я поднимаюсь... Сразу на 13-ю ступень. Что-то здесь не то. Здесь какой-то подвох, видимо. Так. Воу. Я думаю, что, ребят, вот этих вот стоит проходить. Все по 15.
Но за других зато дают больше бонусов. Да фиг с ним, ребят, с бонусами. Давайте вот этих вот попробуем. А, вот он что. Ну-ка давай, раскрывайся. Блин, один персонаж на один бой. Как-то несправедливо, согласитесь, да? И у нас тут какой-то додзе. Там даже, смотрите, картина какого-то монаха. Ладно, это, видимо, картина Сплинтера при жизни, когда он еще был человеком. Ладно, фиг с ним. Ух, ну-ка, масухай, майки, давай. Тунц. Ну, я думаю, у них шансов нет, ребята. Просто нет. Давайте, наверное, вот так сделаем. Валяться у моих ног. Ага, ага, подхиливает он. Поздно, Левушка, поздно. Уже тебя это вряд ли спасет. Твой подхил, надо было думать раньше. Ну что, хан? Чей мажет? Ладно, получи мою кислотную отрыжку. Вот так, валяться. Ну что же, опять же идеальная победа, ребята. На какое место мы сейчас с вами переберемся? Уж очень интересно знать. 249 опять мутагена получили. И... так, 48-е. Но уже воин. Так, поехали. Ну-ну-ну, давай, не томи, да? Так, о-о, тут уже посерьезнее враг. Да, ребята. Давайте попробуем вот с ними подраться. Тут у нас кто? Стокман, причем... какое, блин, подключение к сети? Как, блин, вовремя, а? Короче, ребята, всю малину они мне обосрали. Обрыв связи был, короче, меня выкинуло. Вот, давайте все заново с вами. Так, собрать и сбросить. Ну, давай, сделаем, откроем, посмотрим. Ох ты, мутагеноид нам достался. Ха-ха. Хорошо. Так, что у нас тут? Опять какой-то реворд, ребятушки, да? Затесался. О, еще карточка Шреддера. Так, магазинчик. В магазинчике мы уже с вами были. Так, мы остановились, да, на турнирной арене. Ну, кто? Так, ну самый оптимальный вариант, ребята, это взять вот именно этих голубчиков, потому что они слабенькие по уровню. Я лишь только из этого, ребята, акцентируюсь. Так, давайте вот так вот попробуем. Такой комбинации, я вот не знаю. Ну, давайте Лео возьмем. Фиг с ним. Попробуем. В принципе, практически одинаковые у нас с ним комбинации карт. Лео, Карайка. У него хан, правда, а у меня нейтрализатор. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Давайте начнем с кунаев. Хопа. Ого. Так, тихо, успокойся, хан. Ну, в принципе, это терпимо еще. Так, ну, естественно, тоже кунаем. А, ребят, у него слабее получается. Давайте подхилимся. И будем уже потихонечку разбирать. Так. Оу, Лео, хорош, завязывай. Нифига он бомбит. Ха. А ну-ка, получи-ка. Так, тоже неплохо приголубили. Ну что? Да успокойся ты, блин. Черт, по-моему, ребят, не получится у меня идеальной победы здесь. Отлично, готов, Лео. Так, ну что, давайте, наверное, хана попробуем разобрать. Ай-яй-яй, все-таки Карайку мне подбили. Получи, гаденыш, за это. Ну-ка, Лео. Бум. Шикарно, 242 атаки. Ну, нейтрализатор, давай его. Да ё-моё, ну что ж вы не можете Карайку... Главное, моя Карайка разбирается с полпинка, да? А его, ну, и надо бомбить, долбить и пофиг и на все. Ладно, главное, что нам сейчас посмотреть, куда мы переместимся. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. На 14 место. Хм. Поехали дальше тогда смотреть. Лига воинов у нас, да? Так, кого бы здесь выбрать? Оу, я вижу вот этот вот вариант, самый оптимальный у нас. Кстати, по-моему, на таком варианте мы в прошлый раз, ребята, и вылетели с вами. Только там, по-моему, немножко другая карта была. Там было два Стокмана, да, один мухой, другой человеческий образ. Ну вот, нейтрализатора там точно не было. Ладно, давайте для затравочки сделаем диск. Ага, отлично. Скорость у мухи понижена. Замечательно, давайте масуха теперь сделает майк у нас. Ага, что он тут предпримет? Ага, будет подхиливаться, ну я так и думал.
Ладно. Тогда, наверное, будем его уничтожать. Но он так запарит. Так, осталось, наверное, добить. Успеем или нет? Фу, думаю, что вполне успеем, ребят. Опа, нету мухи больше. Ну, а теперь, наверное, просто будем расстреливать. Так, нейтрализатора. Ну-ка, Макман, раздавишь? Умница. Ну и у нас этот Стокман в каком-то костюмчике. В дебильном. Сейчас он тут довыеживается у нас. Отличненько. Свертуха на зэк, дай ему. Нет, не пробил. Ладно, Макман, как обычно, давит своим канализационным диском. Все, отлично. Идеальная победа, и мы с вами продвигаемся дальше. А куда нас забросят? 249 мутагена опять же получили. Летим, летим, летим. Ага, 76 место. Хорошо. Давайте посмотрим, кто у нас тут будет. Ну. Так. Тут уже 4 противника, а? Ты посмотри. Причем Лига воинов. А я тоже в Лиге воинов, да? Ладно. Давайте тогда самых лучших своих возьмем, ребят. Так, и еще одного. Блин, кого взять-то? Я даже не знаю. Ну, давайте так попробуем. Слушайте, две ниндзя-черепашки у него. Тем более такие хорошие довольно. Так, Донателло и кто там, Майки, да? Или Раф? Не могу понять. По-моему, блин. Не пойму, у него там что, нунчаки или сайя? Короче, по-моему, это нунчаки. Значит, это Майк. На, гаденыш. Блин, как-то вот, когда мы в локации из комиксов. Хреново как-то все видно. Так, что он там сделал-то? В баскетбол тут решил сыграть? На, игруля. Ну что ты тут? Нет, ребят, конечно мы победим. Я уже вижу, потому что атаки у него не ахти. Слабенькие. Ну а как видите, мы прописываем по полной программе. Так, ну что, наверное, нам надо расстрелять Донни. Так, Макман, как обычно, делает грязную работу, давит. И остался Стокман в киберкостюме. Ладно, ребят, это все ерунда, сейчас, естественно, мы его завалим. Да? Да-да-да, именно так оно и должно быть. Идеальная победа, и мы с вами продвигаемся дальше. Я, в принципе, играю только для того, чтобы заработать здесь мутагена. Ну, раз уж пока прет, ребята, почему бы нам не продолжать? Так, кто здесь может нам встретиться? У нас 9-й ранг уже. О-оу, тут уже довольно серьезно, ребята, противнички у нас. Тем более даже круче, чем у меня. У меня максимальный 22 уровень, а здесь, как видите, Рафик 23. Причем, насколько я помню, этот Рафаэль... довольно крутой перс. Сейчас мы в этом сами, надеюсь, убедимся. Так, делаем эпический прыжок, и вот мы уже здесь. Ну что же, приступим. Для затравочки бросаем диск. Давай, зэк. Вот так вот. Надо как можно больше массух делать. Замечательно. И теперь Майки мне нужен. Да, Майк, давай свой залп делай. Я боюсь, сейчас этот гад подхилит. Да, конечно же, будет хилить. Блин, надо от него избавляться и как можно быстрее. Так, ядовитый харчок. Что там такое? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, Рафик, успокойся. Оу, ничего себе. Да, блин, бедный зэк, а. Что ты тут, расчеты какие-то. Короче, ребята, у него прокачанные персонажи. Довольно, причем, нехило. Ну-ка, муха поганая, сдохни. Не получилось у нас почему-то. Да ладно, ты посмотри, как этот Раф жжет. Просто там по чернаку бомбит. Да, слушайте. Да успокойся ты, блин, Донни. Все, ребята, нас уже осталось двое. И что-то мне подсказывает, что здесь мы, ребят, с вами проиграем просто-напросто. Я, конечно, не буду сдаваться, но... Да ладно, нет, все-таки правда, что вот этот вот Рафик... Я бы даже сказал, он, по-моему, из фильма у нас, да? Да, киношный. Жжет по чернаку. Очень мощный чувак. Да.
И ничего я здесь не могу сделать вообще. Как, знаете, как березка общипанная. Стою, блин, и меня каждый, кто не лень, бомбит своим топориком. Жаль, жаль, конечно, что так получилось. Но, тем не менее, мы довольно неплохо с вами прошли. Я считаю, что очень даже хорошо. У нас 9-й ранг. 30 баксов плюс 5 фишек мы с вами заработаем. Так, ну, кто у нас здесь будет? Дайте мне выбрать кого-нибудь послабее. А нет, слабее-то нету, ребят. 23-й, 24-й левел. Блин. На шару. Ребят, действую просто на шару. Хотя, стоит ли, а? Ты посмотри. Лео 22-го. Так, Зэк рвется в бой. Да-да-да, ролевой Майк тоже. Макман тем более. И, ну, давайте возьмем Леонардо, потому что он нам нужен, наверное, скорее всего, ребята, для отхила. Потому что хила у нас вообще нету. Так, и куда же мы там побежали? Побежали по мосточку, в пещерку, и вот они. Ага. Ну, давай диском начнем. Опа. Так, давайте массовым ударом. Так, а у них есть какой-нибудь подхил? Ну, у них, по-моему, только лишь Лео. Так, что он там? О, не надо усилять атаку! Гады такие, а! Так, я даже не знаю, что сделать. Блин, ну надо уничтожать, ребята. Хотелось, конечно, подхилиться, но... Какого перепуга? Ну-ка. Офигеть! Ну, добьем мы этого Лео или нет? Ну, давай, бомби, стреляй, я не знаю, Зэк, танцуй! Есть! Одного шибанули. Так, и тут у нас еще Рафик, да? И Крис. Я не знаю, давайте Крис попробуем, наверное. Так, из-под тяжка, гаденыш, а подхалимовский. Так, подхила. Зачем нам пока подхиливаться не надо, ребята? Будем так бомбить. Макман, дави. Не, я не понимаю, почему они такие сильные? Он же всего лишь увеличил себе атаку. О-хо-хо-хо! Да ладно, блин, нифига! Просто-напросто меня вот эти вот механические мышки разобрали. Практически всю мою команду выпотрошили. Ну, Стокман, ну я не ожидал, конечно, такого от тебя. Да. Ребят, на Макмен против Стокмана. И, естественно, мы проиграем, даже хотя бы взять из-за того, что у нас 22 уровень, а у него 24. И он стопудово живучий, чем я. Да. Второе поражение. Меня это, честно говоря, бесит, напрягает. Я не знаю, мне... Да психоза просто берет. Куда мы с вами упали, да? Конечно, падаем, ребят. Ну, не будем же мы здесь повышаться. Ну, а я на этом буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока. До скорого.